بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. جواريد حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل رزديو ولادته ورضاعه ونشأته то есть рождение пророка صلى الله عليه وسلم его кормление то есть скармливание его грудью ونشأته и его молодость. Говорит, улида, саллаллаху алейхи вассаляма, йому литнейн. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, родился в понедельник. То есть здесь необходимо подписать у себя то, что это билеттифак, то есть по единогласному мнению ученых. Нет у них разногласий о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, родился в понедельник. И в отличие от того, что делают сегодня многие, справляя день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, в какую-то конкретную дату, допустим, месяца Рабиуль-Ауаль, что является неправильным, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, указал на то, что он родился в понедельник в одном из своих хадисов, который приходит у муслима со слов Абу Катады Аль-Ансари, анна Расул Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям су иля ан саум йаум ал-ithnayn, то что посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям задали вопрос об уразе в день понедельника. Факаль фихи улидту. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: в этот день я родился, ва фихи унзила алия, и в этот день мне было послано первое откровение. То есть в этот день пророк саллаллаху алейхи ва саллям родился в понедельник, и в этот день сара фиги набиен, то есть стал он пророком. Здесь можете также подписать то, что в этот же день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил свое переселение. То есть именно в понедельник он вышел в путь из Мекки в Медину. И добрался в Медину тоже в понедельник. И скончался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также в понедельник. Как и в этом приходит уже в хадисе Ибн Аббаса у имама Ахмада. Значит, у имама Муслима со слов Абу Катада Аль-Ансари приходит указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в понедельник родился и стал пророком. А в хадисе Ибн Аббаса у имама Ахмада приходит указание на то, что в понедельник он совершил переселение, а также добрался до Медины в понедельник и скончался также в понедельник. И как мы сказали, его рождение в понедельник это билеттифа, по единогласию ученых, в чем нет разногласий. Говорит, лилейлятейни халата мин рабиуль ауваль. Значит, Хафиз ибн Касир начал свой раздел с чего? С того, в какой день родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Указал то, что это в понедельник. Теперь далее Хафиз ибн Касир переходит на другой немного вопрос. То есть конкретную, какую дату он родился. Говорит, лилейлятейни халата мин рабиуль ауваль. То есть 2 числа рабиуль ауваль. Это первое мнение в этом вопросе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился 2 числа месяца Рабия Аль-Ауваль. Вакиля саминуху. Некоторые же сказали, то есть в нем есть разногласия, некоторые из ученых сказали, что он родился 8 числа Рабия Аль-Ауваль. Вакиля ашируху. Некоторые сказали, что он родился 10 числа Рабия Аль-Ауваль. Вакиля лисинтей ашара минху. А некоторые сказали, что он родился 12 числа месяца Рабия Аль-Ауваль. Так, здесь можете у себя подписать то, что шейх Аль-Албани в своей книге Сахиха Сира указал, то, что все мнения о том, какого конкретно числа родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни одно из них не опирается на иснад, то есть на установленный иснад. Кроме мнения о том, что он родился 8 числа Рабиуль Ауваль. Кроме мнения о том, что он родился 8 числа Рабиуль Ауваль, как об этом сказал Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'им, то есть сын известного сподвижника Джубейра ибн Мут'има. Получается, что Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'им это кто? Таби'и, то есть таби'ин. Этот асар от него передает имам Малик с достоверным иснадом. То есть приходит слово таби'ина, то что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился 8 числа месяца Рабиуль Ауваль. И необходимо также отметить то, что также известным является мнение вот это вот последнее, которое озвучил Хафиз ибн Касир, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился 12 числа месяца Рабия Аль-Ауваль. Эти два мнения наиболее известны. Вакаль Аз-Зубейр ибн Баккар, говорит и сказал Аз-Зубейр ибн Баккар, можете у себя подписать, скончался в 256 году Хиджры. Также один из обладателей знаний, который был известен своими познаниями в вопросах сиры. Сказал, «Улида фи Рамадан». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в месяц Рамадан. «О, шаз». И говорит, это мнение является отклоненным. Кто говорит? Хафиз ибн Касир. То есть вынес постановление относительно этого мнения, что данное мнение является шаз, то есть отклоненным, противоречащим, достоверным, правильным мнением. Говорит, «Хакаху Сухейли фи Роудыхи». Говорит, это мнение от Аз-Зубейра ибн Баккара передал Ас-Сухейли в его книге «Роудуль Унуф». «Роудуль Унуф», как мы говорили, эту книгу мы подробно разбирали на вступительных уроках, является шархом на книгу Сира ибн Хишама. И Ас-Сухейли это Абдул-Касим Абдул-Рахман ибн Абдилля. Абдул-Рахман ибн Абдилля Абдул-Касим Ас-Сухейли. Значит, подведем здесь итог из того, что мы выяснили до сего момента. Выяснили мы то, что является известным и установленным у ученых и обладателей знания, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в месяц Рабиуль-Ауваль.
Это установлено и известно достоверно. Что касается разногласий в этом вопросе, то есть какой месяц он родился, то это разногласие является очень слабым и отклоненным, непринимаемым во внимание. То есть второе мнение о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в месяц Рамадан, это не принимается. Что касается числа, в какой день он родился, в какое число, то относительно этого есть разногласия. Два наиболее известных мнения, что это 8 числа Рабиуль-Ауваль, и второе мнение 12 числа Рабиуль-Ауваль. И что касается дня недели, то это единогласно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в понедельник, из-за достоверных хадисов, которые есть на эту тему. Говорит далее Хафиз ибн Касир, переходя теперь на год, то есть рассказал нам день недели, число и месяц. Теперь год. «Вазалика амуль филь», говорит, «и родился он в год слона». То есть этот месяц Рабиуль-Ауваль в какой год был? Был, говорит, в год слона. Как мы сказали, это по христианскому летоисчислению примерно 571 год. Так вот, здесь у себя подпишите то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона, Аль-Ашхар. Это наиболее известное мнение в этом вопросе. Наиболее известное и распространенное, также установленное у обладателей знаний. Говорит, «Ба'даху бихамсина йоман». Говорит, после него через 50 дней. Как понять, через него после 50 дней? Имеется в виду после вот этого события слона, то есть после дня вот этого прихода слона на Мекку, и после того, как они ушли оттуда с позором и с гибелью, через 50 дней после этого события родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вакиля бихамания вахамсина йоман. Некоторые же сказали, через 58 дней после этого события. Вакиля ба'даху биашри синин. Смотри, теперь третье мнение, то есть это уже далекие мнения теперь пошли. Некоторые сказали, что он родился после года слона через 10 лет, то есть не в год слона, а через 10 лет. Вакиля бадаль филь бисаласина аман. А некоторые сказали, после года слона через 30 лет. Вакиля би арбаина аман. А некоторые сказали, через 40 лет после года слона. Ос сахих анну улида амаль филь. Говорит Хафиз ибн Касир, но правильное и достоверное мнение, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился именно в год слона. Вот эта вот книга этим хороша. То есть, если мы видим, ничего лишнего, никаких отклонений, только вопрос, конкретные мнения в нем, и в конце приводится то, что считает Хафиз ибн Касир, а он довольно уважаемый и имеющий почет и вес в этих вопросах, то есть способный выносить действительно правильное мнение, опираясь на науку хадисоведения и на другие исторические факты, после того, как приводят различные мнения, обычно приводят правильное мнение в вопросе. И в этом большая польза от этой книги. В отличие от многих книг по Сире. Здесь подпишем у себя важный момент, то, что вот это вот указание, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона, передается со слов Ибн Аббаса. Передается, относительно этого есть хадис, со слов Ибн Аббаса, который приводит Аль-Хаким, и назвал этот хадис достоверным имам Аз-Захаби в своей книге «Ас-Сир» или «Сир Аламун Нубаля». Это первый хадис. Хадис от Ибн Аббаса, который приводится у Аль-Хакима. Имам Аз-Захаби назвал его достоверным. И также относительно этого есть второй хадис, который приходит со слов Кайса ибн Махрама. Кайс ибн Махрама, который приводит Мухаммад ибн Исхак, и его же иснадом приводит этот хадис также Аль-Хаким, и Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным, в котором Кайс ибн Махрама сказал: «Улитту ван набию, саллаллаху алейхи ва саллям, амаль филь». Я, а также пророк, родились в год слона. Кто еще вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона? Много людей родилось с ним в год слона. Но имеется в виду передача нашего хадиса, конкретно Кайс ибн Махрама. Значит, хадис приводит Ибн Исхак и по его дороге Аль-Хаким. И Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным. Это просто для чего? Для того, чтобы знать нам, на что опирается это мнение. То есть, чего это мнение получило распространение и известность у ученых. Говорит, «Укад хакаху Ибрахим ибн Аль-Мунзир Аль-Хизами, шейх Аль-Бухари». Говорит, и это мнение передал Ибрахим ибн Аль-Мунзир Аль-Хизами, который был шейхом имама Аль-Бухари. Ибрахим ибн Аль-Мунзир скончался в 236 году хиджры. «Ва халифа ибн Хайят». Также это мнение передает халифа ибн Хайят. Его прозвище халифа ибн Хайят, его прозвище было Шабаба. От него передавали хадисы также имам Аль-Бухари, а также другие. Скончался в 240 году хиджры. «Вагайрухума», а также другие, кроме этих двоих, передавали единогласное мнение на это. Можете подписать, кто еще другие. Из них также Ибн Аль-Джаузи. Из них также Ибн Аль-Джаузи. «Ичма'ан», то есть вот эти вот люди передавали на это единогласие. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона единогласно. Нам, как мы поняли, в этом вопросе единогласного мнения нет, то есть разногласия все-таки присутствуют, но наиболее достоверное и известное мнение, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в год слона. Что же касается того, когда конкретно в год слона, мы сказали, это произошло в Рабиуль-Ауваль, либо 8 числа, либо 12 числа, в понедельник. Но через сколько дней после события слона известно одному Аллаху, то есть
Неизвестно точно, когда произошло событие самого слона. Здесь также подпишите у себя важный момент, то, что указание на то и различные истории о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился уже обрезанным, или то, что в ночь его рождения потух свет и потухли свечи в замке у Кисры, то все это не является достоверным. То есть в достоверности этого есть сомнения. Это пока усвоили. Далее говорит, «Вамата абу ваху хамлю». Говорит, и скончался его отец, то есть отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вахуа хамлюн, а он в это время был хамль, то есть плодом или зародышем. Кто он? Отец или Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потому что отец не мог скончаться в то время, как он зародыш, иначе не был бы он отцом. То есть, значит, его, говорит, отец скончался тогда, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был еще зародышем в животе его матери. Здесь можете у себя отметить то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, исходя из этого, был абсолютным сиротой. То есть два понятия. Есть понятие абсолютный сирота, то есть тот, который родился тогда, когда уже не было на свете его отца. Есть понятие сирота, то есть который вначале не был сиротой, но стал сиротой после того, как он был тем, у кого был отец. То есть он родился, у него отец был, а потом только через некоторое время скончался. Отсюда из слов Хафиз ибн Касира мы понимаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был абсолютной сиротой. Так здесь можете подписать то, что в этом есть мудрость. Почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предопределил так, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился сиротой? Во-первых, для того, чтобы никто не мог сказать, что именно отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, научил его любви к власти в этой дуне и давал ему совет и обучал его этому. То есть, чтобы потом никто не сказал, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, объявит себя пророком, что это тебя просто твой отец научил, чтобы ты был из тех, кто любит эту дунью и владение в этой дуне, власть в этой дуне. Поэтому ты к ней стремишься. И ты не являешься настоящим пророком, а просто тем, который хочет захватить власть и владение. Это первое. И второе, чтобы айтам, то есть сироты, которые в этой дуне есть, взяли себе за пример. То есть человеку, сироте, тяжело жить на свете, так как у него нет отца, а у всех других есть. Но когда ему говорят о том, что так же, как и ты рос, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, для него это уже становится чем? Для него это становится подкреплением и поддержкой. И также некоторые говорят, что есть в этом третья мудрость, а это то, что когда ребенок рождается сиротой или становится сиротой в детстве, то это закаляет его дух. Закаляет его дух и сердце и учит его бороться в этой жизни. То есть учит его становиться сильнее и преодолевать различные трудности в жизни уже с детства. То есть это было также сделано для того, чтобы усилить и укрепить, подготовить сердце пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к более тяжелым испытаниям, которые ждут его в будущем, когда он станет пророком. Это что касается мудрости. Так здесь также можете отметить то, что указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был еще зародышем, когда скончался его отец, это приходит у имама Муслима. Говорит, «Вакиля бада уилядатихи биашхур». Некоторые же из ученых сказали, что его отец скончался после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился. Через несколько месяцев его отец скончался. Некоторые сказали так. «Вакиля бисана». Некоторые сказали, что он, то есть его отец, скончался после того, как пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, исполнился год. «Вакиля бисанатейн». Некоторые сказали два года. «Валь машхуруль ауваль». Но, говорит, более известным является мнение первое. Здесь также можете отметить у себя полезный момент, то, что слово «аль-машхур» у Ибн Касира чаще всего означает «ас-сахих». То есть, когда он говорит «валь-машхур аль-ауваль», допустим, известно или наиболее известно мнение первое, он имеет в виду, то есть, что оно является достоверным. То есть, когда он говорит «гариб», имеет в виду «даиф», слабый. Когда говорит «машхур», чаще всего он имеет в виду, что это мнение достоверно. Мы сказали то, что у имама Муслима, подпишите здесь поконкретнее. Пришло у имама Муслима со слов «аз-зухри». Пришло у имама Муслима со слов Аз-Зухри, то, что отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался тогда, когда он еще был зародышем в животе своей матери. Также передается у Аль-Хакима, относительно этого передается хадис у Аль-Хакима с хорошим иснадом, со слов Кайса ибн Махрамы, то есть конкретный иснад Мутталиб ибн Абдилля, от его отца, от его деда, имеется в виду Кайс ибн Махрама. То, что отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, в то время как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был еще в животе своей матери. Значит, относительно этого, сколько пришло хадисов? Два хадиса. Первый хадис со слов Аз-Зухри у имама Муслима, и второй у Аль-Хакима с хорошим иснадом со слов Кайса ибн Махрамы. Поэтому Хафиз ибн Касир сказал, «Валь машхуру ль-ауваль». Более известное мнение первое, что отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался тогда, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще был в животе матери. «Уастурды аляху фи бани Саад». То есть смотри, теперь Хафиз ибн Касир переходит дальше, то есть в жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, углубляется еще дальше. Говорит, «Уастурды аляху фи бани Саад». Говорит, и он был скормлен в племени Бану Саад. Племени Бану Саад. «Фаарбаатху халима ас-саадия». Говорит, его кормилицей была женщина, которую звали Халима ас-саадия. Так, здесь
Можете подписать у себя также полезные моменты, которые есть относительно этой женщины, вообще этого эпизода жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что она, то есть вот эта женщина, Халима Саадия, скормила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, молоком, которое появилось у нее после рождения ее сына, которого она назвала Абдулла. То есть вот этот вот Абдулла был молочным братом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ее мужем был Харис ибн Абдул-Узза. Был Харис ибн Абдул-Узза из племени Аль-Хавазин. Сказал ибн Аль-Кайим, «Вахтулифа фи исламе абавой минар рада». Говорит, есть у ученых разногласия относительно того, два родителя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от молочного кормления. То есть мама по кормлению и папа по кормлению. То есть папа кто? Вот этот вот Харис ибн Абдул-Узза. Приняли они ислам или нет? Относительно этого, говорит, есть разногласия. «Фаллаху адаму бидалик». Говорит Хафиз ибн Аль-Кайим, и один Аллах лучше знает относительно этого, приняли они ислам или нет. И нужно также указать то, что мнение о том, что эта женщина приняла ислам, Халима Саадия, является довольно также распространенным и известным. И также распространено мнение о том, что приняла ислам ее дочь Шейма, которая была сестрой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по кормлению. Вот эти вот два мнения. Хоть ибн Аль-Кайим и сказал то, что Аллаху алям, то есть неизвестно точно, приняли они ислам или нет, то есть мать и отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по кормлению, по грудному кормлению. Но распространено мнение о том, что Халима Саадия ислам приняла, а также ее дочь Шейма, которая была молочной сестрой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это также подписали. Далее говорит, «Камару и назалика бисснадин сахих», как дошел до нас об этом хадис с достоверным иснадом. Застоверным иснадом. Это кто говорит? Хабзин Касир. О чем хадис пришел? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был скормлен в Бану Саад, женщины, которую звали Халима Ас-Саадия. Нам, что касается этого хадиса, то его приводит Ибн Исхак. И иснад его является хорошим, но в нем есть сомнения от самого Ат-Таура Ибн Язида, от кого он передает этот хадис. Но у этого хадиса есть различные поддерживающие иснады, поэтому он доходит до уровня хорошего или даже достоверного. Значит, это также у нас установлено. Далее, здесь также у себя подпишите полезный момент, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кроме вот этой женщины Халима Саадия, кормила еще вторая женщина. Это Суэйба, Маулату Абилахаб, то есть вольноотпущенница Абу Лахаба. Абу Лахаб, кто мы говорили? Папа, дядя или дедушка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, может племянник или брат. Нам. Мы говорили то, что он дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, его вольноотпущенница Суэйба накормила также грудью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И также нужно отметить то, что она же кормила грудью Хамзу, ибн Абдул-Мутталиба, дядю пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Можете себе отметить то, что Хамза был на 4 года старше, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то может сказать, а как тогда она могла кормить его и его? Мы говорим не в одно время. То есть женщина может быть кормящей в разные времена. Однажды была кормящей и кормила Хамзу. В другое время была кормящей и кормила кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, Хамза, радиаллаху анху, Хамза ибн Абдул-Мутталиб, был дядей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а еще и заодно братом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по грудному кормлению. Это также, иншаллах, подписали. Далее говорит Хафиз ибн Касир, «Ва акама индаха фи бани Саад нахван мин арба'и синин». Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился у них, то есть Бану Саад, племени Саад, Около 4 лет. Вашукка анфу адии гунак. И говорит, в то время, как он находился в этом племени, Бану Саад, а это не в Мекке, так, произошло событие, в котором была рассечена его грудь. То есть пришли люди, то есть два ангела или ангел, пришел в виде человека, повалил его на землю и рассек ему грудь. Вытащил его сердце и омыл это сердце в золотом тазу водой из замзама. Говорит, это когда произошло? Как раз вот в то время, когда он был среди Бану Саад, племени Бану Саад, на 4-й год его нахождения там. Так, относительно этого, отметьте у себя также некоторые указания. То, что рассечение груди пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, произошло в его жизни дважды. Первое, вот это вот, о котором говорит Хафиз ибн Касир, во второй раз, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, был вознесен на небеса, то есть Исра валь Миарадж, то есть до этого, до вознесения. И говорят то, что в первый раз вымыто было его сердце водой Замзама для того, чтобы подготовить его к пророчеству. А во второй раз, то есть перед Исра и Миарадж, его сердце было омыто для того, чтобы он был достоин того, чтобы вознестись к самому Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля над семью небесами. То место, куда не могут попасть даже ангелы. И можете у себя также подписать то, что Хафиз ибн Хаджар упоминает о том, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сердце было омыто также и в третий раз. То, что это произошло также и в третий раз,
перед его пророчеством непосредственно. Это мнение не является сильно распространенным. То есть более распространенное мнение о том, что омывание сердца и его рассекание груди происходило дважды. Говорит далее, «Фараддатху иля умми». И после того, как произошла вот эта вот история, то, что у пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, произошло рассечение груди, вот эта вот его кормилица, Халима ас-Саадия, испугалась этого и возвратила его к его матери. То есть она хотела, чтобы он остался у них. Почему? Потому что с его приходом у них появилось благословение. То есть овечки стали приносить много молока и тому подобное. Поэтому она не хотела его отдавать. Но после того, как эта ситуация или этот случай произошел, она испугалась за него и вернула его к его матери. «Фахараджат би умму иля аль-Мадина». Тазур Ахуаляху Бильмадина говорит, и после того, как он был возвращен к его матери, его мать взяла его и отправила с ним в Медину. В Медину для того, чтобы навестить его дяди там. Его дяди, то есть кого получается? Получается братьев по матери. То есть она пошла, чтобы навестить своих братьев в Медину. Помните, мы говорили то, что он, его предок, вот этот вот Абдул-Мутталиб, родился где? В Медине. В семействе или в племени Бани Ади ибн Наджар. Ади ибн Наджар, то есть в семействе Наджар. Поэтому там были родственники у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, его мама вышла с ним в Медину, для того, чтобы навестить там его и своих также родственников, Фатуфия Биль-Абуа, и затем скончалась в местечке, которое называется Аль-Абуа. Там это местечко недалеко от Медины, недалеко от Медины в сторону Мекки. Уайраджиа иля Макка, в то время как она возвращалась в Мекку. То есть в то время, как она отправилась в Медину, посетила там своих родственников и уже на обратном пути, когда шла, она скончалась. Валаху миналь умр ситта синин ва саласату ашхур ва ашрату айям. И это событие, то есть кончина его матери, произошло тогда, когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, исполнилось 6 лет и 3 месяца и 10 дней. Ва кыля баль арбау синин. Некоторые же сказали, это второе мнение в этом вопросе, то, что ему было тогда 4 года. Ва кад рава муслим фи сахихи анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ламма марра биль абва ва хуа заибун иля Макка ам аль-фатх. Говорит, передает имам Муслим, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приезжал мимо вот этого местечка, которое называется Аль-Абва, в то время как он возвращался, или точнее ехал в Мекку для ее завоевания, в год завоевания Мекки, «Истаазана роббау фи зиярати кабри уммихи, фа азина ля». Он попросил разрешения у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Всевышний разрешил ему посетить могилу его матери. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля это разрешил. «Фа бака ва абка ман хауляу». И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к этой могиле, то заплакал, и заплакали те, которые были вокруг него. «Вакана ма'у альф муканья, яни биль хадид». И вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, было 1000 человек, которые были одеты в железо. То есть имеется в виду, готовые к чему? К завоеванию Мекки. Нам этот хадис приходит у имама Муслима, а также у Абу Дауда, а также у Ан-Насаи. И в конце нам со слова Абу Хурайры, и в конце этого хадиса приходит «Фазуру аль-кубур фаинна тудаккир аль-маут». То есть раньше я вам запрещал посещение могил, а теперь посещайте могилы, потому что они напоминают о смерти. «Фалямма матат умму, халонатху умму айман, вахия мауляту». Говорит, и после того, как его мать скончалась, то его в свою заботу и в свою опеку взяла умму айман. Другая женщина, которую звали Умму Айман, вахия маулятуху, которая была его же вольноотпущенницей. Варисаха мин аби, которую он получил в качестве наследства от своего же отца. От своего же отца. Здесь можете подписать у себя то, что по более правильному мнению, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, получил от своего отца наследство вот эту вот рабыню, Умму Айман, а также 5 верблюдов. Это наследство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которое он получил от своего отца. Рабыню Умму Айман и 5 верблюдов. Что касается вот этой вот женщины Умму Айман, то ее звали Барака Аль-Хабашия. Барака Аль-Хабашия, она была из тех, кто приняла ислам одной из первых. То есть одной из первых, принявших ислам, женщиной была. И жила она долго и прожила вплоть до смерти пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть сначала скончался пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, а затем уже она через 50 дней после него. И приходит у имама Муслима хадис о том, что Абу Бакр и Умар после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пока она была живой, нередко посещали ее. То есть из уважения к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и к тому, что он уважал эту женщину, и эта женщина воспитывала его в детстве. И однажды, когда Абу Бакр и Умар, радиаллаху анхума, пришли к ней, она заплакала, вспомнив пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они сказали, то есть то, что не стоит плакать, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встретил лучше, чем было у него здесь, в этой жизни. И тогда вот эта женщина, Умму Айман, или Барака аль-Хабашия по-другому, сказала то, что она плачет не из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, а из-за того, что прекратилось откровение с небес. И после этого заплакали также и Абу Бакр, и Умар ибн аль-Хаттаб оба. Также подпишите у себя относительно этой женщины то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выдал ее замуж за Зайда ибн Хариса. За Зайда ибн Хариса. И именно она родила Зайду ибн Хариса, его сына, Усаму ибн Зайда.
она является кем? Матерью Усамы ибн Зайда. Зайд у нас кем является? Зайд ибн Харитха. Зайд ибн Харитха, во-первых, единственный сподвижник, имя которого явно упомянуто в Коране, прям по имени. Во-вторых, Зайд ибн Харитха был приемным сыном пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до того, как ислам запретил это явление. То есть приемных сыновей ислам запретил. А Усама, сын Зайда ибн Харитхи, Усама ибн Зайд, был любимцем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, кто была матерью Усама ибн Зайда? Это женщина Барака аль-Хабашия, то есть по-другому умму Айман. Тайб говорит, «Вариса амин абихи». Получил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ее, то есть вот эту женщину умму Айман, или Барака аль-Хабашия, в качестве наследства от своего отца. Почему? Потому что была рабыней, то есть переходящей по наследству. «Вакафалюху джадду Абдул-Мутталиб». Что же касается содержания, то содержание его на себя взял его дед Абдул-Мутталиб, и он еще был тогда живым. Можете у себя подписать то, что это мнение большинства ученых Сиры. То, что после того, как скончалась мать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он перешел на попечение своего деда Абдул-Мутталиба. Это мнение большинства ученых Сиры, его передает Мухаммад ибн Исхак, и это мнение действительно является более правильным. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر ثمان سنين توفي جده. Но говорит, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям достиг возраста 8 лет, его вот этот вот дед Абдул-Мутталиб скончался. Значит, Абдул-Мутталиб после года слона через сколько лет скончался? Через 8 лет получается. После события слона скончался через 8 лет. Говорит, ва ауса бихи иля амми аби талиб. Но перед смертью Абдул-Мутталиб оставил завещание и завет дяди пророка саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибу. А это кто для Абдул-Мутталиба Абу Талиб? Сын был нам. Был для Абдул-Мутталиба сыном. Так вот, оставил ему завещание, чтобы он присматривал и взял на свое попечение и содержание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит, «Лянну кана шакик Абдилля», потому что Абу Талиб был родным братом Абдуллаха. Был родным братом Абдуллаха, соответственно, дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сыном Абдул-Мутталиба. Говорит, «Факафаляху», и действительно Абу Талиб, а Абу Талиба как звали? Абдул-Манаф или Абдул-Узза все-таки? Абдул-Манаф нам. Абдул-Манаф. Факафалаху говорит, и Абу Талиб, которого звали Абдул-Манаф, взял под свою опеку Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вахатаху атамма хията, и защищал его, то есть самой совершенной защитой. Или оградил его от всякого зла самым совершенным ограждением. Здесь можете подписать то, что это из проявлений их джахилии. То есть то, что они ограждали своих родственников и помогали им. И помогали им во всем, просто потому что человек является его родственником. То есть известно то, что Абу Талиб был не на религии Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но был на вражеской религии. То есть он был многобожником, а Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был единобожник. Но несмотря на это, из-за вот этих обычаев джахилии, то, что они защищали свой род, свое племя, свое семейство и так далее, несмотря ни на что, так он все равно его защищал. Хотя и считалось, что он должен был быть его врагом в своей основе. Говорит, «Ванасарова хина ба'аса Аллах а'азза Насар». Более того, Абу Талиб, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком, проявил ему помощь и поддержку, самую совершенную и самую абсолютную, которую только мог. «Ма'аннава кана мустамирран аля ширкихи илян мат». Вместе с тем, что сам Абу Талиб продолжал оставаться на многобожии, пока не скончался. Пока он не скончался. Нам здесь можете подписать, что это в противоречии суфиям, которые говорят то, что Абу Талиб скончался на исламе, будучи мусульманином. Более того, есть также слово о том, что два родителя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть его мать и его отец, а также даже Абдул-Мутталиб, то, что они все скончались на исламе. И все это не является верным, но правильным является мнение о том, что Абу Талиб, также Абдул-Мутталиб, также два родителя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, скончались на многобожии из-за достоверных доводов, которые пришли относительно этого. Говорит, «Фахаффаф Аллах бизалика мин азабихи, кама сахха аль-хадису бизалик». И за то, что Абу Талиб защищал всю свою жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не подпускал к нему зла со стороны его соплеменников или сородичей, да, которые хотели причинить ему зло, потому что были многобожниками, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал к исламу, за это Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчил наказание Абу Талиба в огне, как об этом пришло в достоверном хадисе. Нам этот хадис приходит у имама Аль-Бухари со слов Аль-Аббаса, имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Аль-Аббаса ибн Абдул-Мутталиба. И также приходит у них же двоих со слов Абу Саида Аль-Худри. Что в нем приходит? То, что Абу Талиб
находится в огне, но в самом верхнем его слое. Так что его ноги одеты в такие сандалии, в котором такие угли, от которых у Абу Талиба кипят мозги. И он думает, что его наказание самое худшее наказание, которое только может быть у людей огня. Хотя его наказание на самом деле самое легкое, так как он в огне только по щиколотке. Только по щиколотке. Таиб, это также усвоили. Говорит, «Уахараджа би амму иля шам фи тиджара». Говорит, и когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был еще ребенком или был молодым, его дядя вот этот вот, то есть кто? Абу Талиб. Вышел, говорит, в путь с ним в Шам. Шам для торговой поездки. Шам — это территория современной Сирии, Ливии, Палестины и Иордании. То есть это четыре государства объединялись в единое название Шам в древние времена. Так, здесь, прежде чем читать далее, также подпишем у себя немаловажный момент. То, что относительно того, сколько дядей было у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть разногласия. Это можно было бы упомянуть ранее, то есть когда мы этот вопрос непосредственно рассматривали. Некоторые из ученых говорят, то, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было 12 дядей. Некоторые говорят 10, некоторые говорят 9. 12, 10, 9. Вот эти вот три мнения. Но подпишите относительно этого, что все они скончались еще до того, как он стал пророком. То есть до прихода ислама, до его пророчества, все его дяди скончались. И осталось у него только четверо дядей, которые были живыми на момент пророчества. Четверо дядей. А это Аль-Аббас, Хамза, Абу-Лахаб и Абу-Талиб. Что касается Аль-Аббаса и Хамзы, то оба они приняли ислам. Что касается Абу-Лахаба и Абу-Талиба, то оба они остались на неверии. Но Абу-Талиб защищал всю жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а Абу-Лахаб, наоборот, враждовал ярой враждой всю жизнь против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, это краткое слово относительно дяди пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также подпишите здесь то, что отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла, был старше Аль-Аббаса, а также старше Хамзы примерно на 20 лет. Примерно на 20 лет. Но он был самым младшим, Абдулла, был самым младшим из тех 10 детей, относительно которых Абдул-Мутталиб дал свой назар, свой обет. Помните, мы говорили то, что если у него 10 мальчиков родится, то он самого последнего принесет жертву. Самый последний был из них, из 10 Абдулла. Это получается то, что на этот момент еще Хамзы и Аль-Аббаса еще на свете не было. Они родились гораздо позже, то есть через 20 лет после этого. Говорит, «Ва хараджа би амму иля шам фи тиджара». Говорит, и его дядя, то есть Абу Талиб, взяв его с собой, то есть взяв пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он еще был ребенком, взял его с собой и направился в сторону Шама для торговой поездки. «Ва ибну исинтай ашарасана». Видишь, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда было 12 лет. «Ва залика мин тамам лютфихи би». И это, говорит, из-за полноценности доброты Абу Талиба к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ля адами ман якум бихи и затаракаху би Мекка». Потому что Абу Талиб понимал то, что если он оставит его в Мекке, то в Мекке некому будет за ним присматривать. Поэтому взял его с собой. «Фараагу ва асхабуху мимман хараджа мау иля Шам». Минал аяти фи, саллаллаху алейхи ва саллям, ма зада амму фил васати би валь хирс али. Говорит, и он, то есть Абу Талиб, а также асхабу, то есть те, которые люди вышли вместе с ними в путь, то есть он же не один поехал с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, народу много ездили, так, в торговой поездке. Все они, говорит, во время пути увидели такие знамения относительно Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые еще больше добавили стремление Абу Талибу лучше оберегать своего вот этого вот подопечного, то есть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Камарулаху ат-Тирмизи, как об этом передает имам ат-Тирмизи, фи джамиихи, имеется в виду в его сунане. С таким иснадом все передатчики которого являются крепкими. Можете подписать этот хадис, приводит шейх Ал-Албани. То есть имеется в виду, называют его достоверным шейх Ал-Албани. Говорит, мин тазлиль аль-гамама алей, из этих признаков или из этих знамений, то, что во время пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно покрывала туча. Туча, которая держала его в тени. То есть была сильная жара, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был в тени от этой тучи. А остальные люди так и шли под солнцем. И люди удивлялись этому. Почему туча идет по небу за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и куда бы он ни пошел, покрывает его тенью. То есть это считалось удивительной вещью. Говорит, «Уамейль аш-шаджара бидзилля алейхи». А также то, что дерево склонилось к нему для того, чтобы направить к нему свою тень. Это тоже что за история произошла? То есть люди, когда спустились на привал, все сели под деревом, под большим деревом в тень. А пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, так как он был ребенком и просто присматривал за животными и тому подобное, то есть он опоздал и пришел в самое последнее, место не осталось. И просто сел подальше от людей под солнцем. И потом дерево направилось к нему, то есть склонилось к нему и свою тень перевела к нему. А все эти остались без тени. И это тоже вызвало у них большое удивление. То есть как так? Только что туча его покрывала, так? Немного остался, субханаллах, под солнцем, и то дерево даже наклонилось, и теперь уже дерево его покрывает.
طيب، как мы сказали, этот хадис приходит у имама Тирмизи и является каким? Является достоверным. И другие также приводят эти хадисы. И этот хадис приходит со слов Абу Мусы Аль-Аш'ари. Абу Муса Аль-Аш'ари. Но упоминание в этом хадисе, то, что вместе с ними были также Биляль и Абу Бакр, это является мункар, то есть отвергаемым, не является правильным. Далее, говорит Ватабшир Бухайра Ар-Рахиб Бих. И также из того, что произошло во время этого путешествия торгового в Шам, то, что Бухайра Ар-Рахиб, то есть один из христианских монахов, которого звали Бухайра, обрадовал Абу Талиба тем, что он видит в этом ребенке признаки пророчества. То, что он как раз этот, тот и есть ребенок, о котором сказано в их книгах, то, что он в будущем станет пророком. И также Абу Талиба это сильно удивило. Говорит, «Уамараху ли амми бирруджу бихи, ля ля ярау лягуд». Поэтому, говорит вот этот Бухайра, приказал этому Абу Талибу, или указал ему, посоветовал ему, чтобы тот вернул обратно Мухаммада в Мекку. То есть не брал его с собой в путь в Шам. Почему? Потому что в Шаме было много иудеев, и Бухайра указал на то, что они могут причинить ему зло. То есть когда увидит то, что это ребенок, в котором есть признаки пророчества, и то, что он не из их племени, то есть он не является евреем, могут причинить ему зло. Поэтому посоветовал ему вернуть этого ребенка обратно. Здесь можете у себя подписать то, что действительно так и поступил. То есть Абу Талиб так и поступил и отправил Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям обратно в Мекку с некоторыми из своих людей. А путь уже продолжил в одиночестве, то есть без него с остальными людьми. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обратно вернулся куда? В Мекку. Говорит, он хадис лау асль махфуз, ва фии зиядат ухар. Говорит, и этот хадис, у него есть основа, которая сохранена, то есть теперь Хафиз ибн Касир выводит свое постановление относительно этой истории. Говорит, эта история основывается на хадис, у которого есть крепкая основа, но в нем есть некоторые добавки, которые, говорит, я не привел. То есть указывая на то, что в них есть сомнения и в них есть слабость. Поэтому Хафиз ибн Касир их здесь не привел. Сумма хараджа саниян иля шам фи тиджара ли хадиджа бинти хуэйлит радиаллаху та'ала анха ма'у гулямиха мейсара аля сабиль аль-кират. Потом, говорит, в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, произошло такое событие, что он выехал в путь в Шам, опять-таки, в торговую поездку уже во второй раз, но уже не со своим дядей Абу Талибом, а один, с человеком, которого звали Мейсара. А Мейсара это был гулям, то есть раб Хадиджи бинт Хуэйлид. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил с ней договор, который называется Аль-Кират. Кират по-другому как Мудараба. То есть Хадиджа, радиаллаху анха, дает деньги, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, работает. Потом едет в Шам, покупает товар, потом приезжает, продает его, потом прибыль они делят, допустим, пополам, или 30% на 70%, или 60% на 40%, то есть как уже договорятся. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем молодом возрасте занимался также чем торговлей. Заключил с Хадиджей бинт Хуэйлид такой договор торговый, который называется Мубараба, с тебя деньги, с меня работа, и отправился куда? Шам с ее рабом Мейсара, который ему помогал в этом пути. Можете у себя подписать, что касается этого человека, которого звали Мейсара. Ибн Хаджар в своей книге Алислаба сказал, «Валам акиф аля ривая сариха, фианну бакия илян мабаат». Говорит, я не нашел конкретного ясного риваята, который бы явно заявлял о том, что Мейсара дожил до времен пророчества Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть неизвестно, дожил он до пророчества или нет, и какова его судьба, также неизвестно, принял он ислам или не принял. Говорит, «Фараа Мейсара ма багараху мин шаннихи». И опять-таки Мейсара в этом путешествии увидел некоторые вещи в пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, которые его сильно ошеломили, изумили и потрясли. «Фараджаа фа ахбара саидатаху бимараа». Когда они вернулись с пути, то есть вернулись с Шама обратно в Мекку, он рассказал своей госпоже, то есть Хадидже, радиаллаху анха, об этих чудесах, то есть об этих удивительных историях. Говорит, «Фарахибат илей амьята зауваджа». И тогда, говорит, Хадиджа бинту Хуэйлид, у него появилось желание выйти за него замуж, то есть выйти замуж за Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам говорит, «Лима раджат фи залика мин аль-хайр, аллази джама'аху Аллаху ляха». Так из-за того добра, на которое она надеялась от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть когда увидела его верность, его порядочность и некоторые удивительные вещи, которые рассказал ей Мейсара относительно того, что произошло с ними в пути, она решила выйти за него замуж, надеясь на добро от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в этом. Говорит, «Ва фаука ма яхтуру бибаль башар». И так и получилось. То есть она получила от этого брака больше, чем она могла себе представить. И вообще больше, чем может представить себе человек. То есть стала мусульманкой, приняла ислам, единобожница и стала обитательницей рая, обрадованной раем. Говорит, «Фата заводжиха Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям». И действительно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней. Здесь можете себя подписать то, что все дети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были от Хадиджи. Кроме одного, которого звали Ибрагим, кроме его сына Ибрагима, который родился от Марьям аль-Кыптия. То
то есть от женщины, которую звали Марьям, которую пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил египетский правитель, коптская Марьям, то есть Марьям из народа коптов. Она родила пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Ибрагима. Все остальные жены не рожали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, детей, кроме Хадиджи. Все дети у него были от Хадиджи, кроме Ибрагима. Говорит, «Уадаву хамсун уайшируна сана». И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней, ему было 25 лет. Ему было 25 лет. Что касается того, в каком возрасте была она, то относительно этого нет каких-то конкретно установленных достоверных сообщений. Но распространенное мнение, что ей было 40 лет на это время. Однако это мнение некоторые из ученых подвергают критике. Говорят, это не является правильным и не является установленным. Говорит, «Вакан Аллах Субхану Кацанаху Вахамаху Мин Сигари». Говорит, и Всевышний Аллах Субхану Таля Цанаху Вахамаху, то есть защищал и оберегал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, еще с его детства, то есть имеется в виду защищал от вражды различных людей, а также защищал от того, чтобы он не совершил чего-либо из больших грехов. И также известно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был непричастен к многобожию. Говорит, «Ватахараху мин данасиль джахилия ва мин кулли айб». Видишь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля очистил его от всякой грязи джахилии и от любого айба, то есть от любого упрекаемого дела. «Ваманахаху кулля хулук джамиль». Говорит, и одарил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, еще с самого его детства, «би кулли хулук джамиль», всеми, говорит, «хулук джамиль», то есть красивыми нравственными качествами. «Хатта лам якун юараф бейна кауми илля бин амин». Так что он не был известен в своем народе, кроме как амин, как верный человек. То есть все его называли Амин, Амин, Мухаммад Амин, Мухаммад Амин, Мухаммад верный. Это было как его прозвище в его народе. «Лимашахаду мин тахарати ва сыдки хадихи ва манати». Почему? Потому что они видели его чистоту, видели его правдивость в его разговоре и его верность во взаимоотношениях. «Хатта инну ламма банат Курейш аль-Кааба фисана хамсин ва саласин». Так что, говорит, когда курейшиты строили Каабу в 35-м году мин умури, от его жизни, то есть имеется в виду, когда ему было сколько? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, 35 лет. Курайшиты что сделали? Задумали строить Каабу. Как понять? Кто-то может сказать, а что, Кааба не построена была, что ли? А, то есть произошло в этот год, произошло поток большой воды после дождей, который что сделал? Нарушил состояние Каабы. Вода вошла внутрь, и Кааба пришла в расстройство, то есть получила разрушение. И поэтому курайшиты решили снести все, что осталось, и построить ее заново, то есть на более прочной основе, чтобы она не подвергалась разрушению от дождей и от селей. И это произошло, когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было 35 лет, то есть за 5 лет до его пророчества. «Фавасалу иля моуды аль-хаджра ласвад, иштаджару фиман яда аль-хаджр моуды агу». Видишь, когда они дошли, то есть уже построили Каабу, и осталось им установить черный камень на его место, они начали разногласить, кто его установит. Говорит, «Факалят куллю кабиля нахну налаа». И каждое племя сказало, мы установим камень на его место. И приходит то, что это разногласие выросло до такой степени, что они были готовы сражаться друг с другом за это. То есть племена начали разногласить. Ладно, все вместе Каабу построили, но камень-то кто положит на свое место? Относительно этого уже начали разногласить очень сильно. Говорит, «Сумма тафаку аля ан яза'аху ауваль дахиль алейм». Затем же они договорились на том, что камень поставит на свое место тот, кто первый зайдет в запретную мечеть, в запретную мечеть. На самом деле здесь подпишите у себя, слово «Хадид ибн Касир» здесь не является верным. Верным является то, что они сошлись на том, что судить их в этом вопросе будет первый вошедший в Каабу. То есть они договорились не на том, что кто первый зайдет, тот положит камень на его место или поставит камень на его место. Но договорились на том, что кто первый зайдет, он их рассудит. То есть какому племени это сделать? Говорит, «Факана Расулулла, саллаллаху алейхи ва саллям». И первым, кто зашел в запретную мечеть, был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Мухаммад. «Факалю джааль амин». И тогда люди начали говорить, пришел верный человек, то есть пришел тот, который рассудит нас правильно. «Фарадау бе», говорит, и они остались довольны им, то есть его судом. «Фаамара би сауб», и он действительно приказал принести сауб, то есть одежду или кусок ткани. «Фавада аль хаджар фи васати», так и положил черный камень на середину этой одежды. «Ваамара кулля кабиля антарфа биджанеб мин джаванеб ас-сауб», и приказал каждому племени взяться за один из углов этой одежды или за один из краев этой одежды. То есть если 4 племени, каждый возьмется за угол. Если будет 10 племен, например, каждый возьмется за часть этой одежды. То есть получится, что все они донесут этот камень до его места. Говорит, «Сумма ахаза аль-хаджар фавадааху маудиаху саллаллаху алейхи ва саллям». А затем он, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял этот камень своими собственными руками и положил его на его место, саллаллаху алейхи ва саллям. Знаешь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как рассудил между ними? Рассудил по справедливости то, что раз все они участвовали в строительстве Каабы, и все они заслуживают этого наравне,
он каждому дал право на это, то есть положил черный камень на материал, и все взяли за эту одежду или за этот материал, за эту ткань, и донесли до его места этот камень, а потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своими собственными руками его взял и положил на его место, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам что касается вот этого вот хадиса, то он приходит у имама Ахмада, также у Аль-Хакима, со слов «Ас-Саиба ибн Аби Ас-Саиба», и его иснад является хорошим, и у него есть также поддерживающие хадисы, которые могут довести этот хадис также до уровня даже достоверного. Значит, эта история также у нас является какой? Установленной. Следующий раздел, который у нас приходит в книге, называется «Мабаатуху саллаллаху алейхи ва саллям», то есть «Начало пророчества Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям». Этот раздел является довольно большим, то есть требующим немалых комментариев, поэтому оставим, иншаллах, его на следующий урок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайхи.